В день космонавтики традиционно вспоминают тех, кто был первыми. На аллее космонавтов мы встретили обширную иностранную делегацию. Праздник, во-первых, у нас делегация из Бельгии и из Голландии. 18 человек. И мы здесь посетим разные институты в области космонавтики. И, конечно, это прекрасный мемориальный музей. Пит Смолдерс пишет о космосе более 50 лет. Полет Юрия Гагарина голландец помнит, как будто это было вчера. В этот день мне были 20 лет, а телевидения не было у нас. Мы знали, что такого будет скоро, но это было просто чудо. И сейчас это уже более-менее рутинная работа и нормально, но тогда это трудно представить, что человек сидит на ракете и летает туда. На Западе о современных российских космических технологиях говорят как о последней надежде. Россия продолжает это дело, слава Богу, и что мы на Западе можем использовать ваш, например, космический такси, чтобы туда ехать. У нас таких средств сейчас вообще нет. Катать туристов задача не самая сложная. 50 лет назад решали и посложнее. Сергей Щербаков, Евгений Бролянчий, Инфокс.